Что там у нас сегодня, Коль? Ну, сейчас увидим в машине. Вот переоделся. Специально есть такая электромоторовская у меня помощница. Так, снег уже, я вижу. Чтоб не так часто вымазываться. Так, наш пирожок. Ну, а тут осветление. Ну вот, попривозили шаленые, бюджетный вариант буржуйки. Шалена. Обычная простая, без зольника. Сейчас мы не сильно увидим. Сейчас я их разгружу. Потому что... Для того, чтобы более нежный товар не помялся, вот мы специально переложили. Здесь бензопилы запрятаны, там их несколько видов. Довольно интересные пилы. Наверное, мы еще ни разу не снимали таких. И сейчас выгрузим и посмотрим. Вот буржуйки, я их выставлю. Так, ну что, многие думают, что сами эти ходят. Кто? Буржуйки? Буржуйки, да. Так, ну в офисе есть очень много генераторов и буржуек. Это у нас... Дровоколов. А, дровоколы еще, да, у нас есть в офисе. Это Светлана. Здравствуйте, мы же испугались. И бензопилы сейчас пойдут. Так, давайте посмотрим, что у нас за бензопилы. Все хотят живого видео. Все хотят... Сейчас я дверь прикрою. Потом открою, мы загорится освещение. О. Ага. Так. А мы сейчас так по одной. Ох, какие. Это, кстати... Какая-то жирная такая коробка. Это Витлсы. Эхо у нас, посмотрите, какие. А это, видно, мощная такая, 3-киловаттная или какая? О, это вообще самолет эхо. Профессионально будем снимать. О. Так, это аккумулятор КЕГ у нас. Вот такие же мы снимали. 18-ваттовая игрушечка. Это я не знаю, в чем заключается акция. Потом что-то покупаешь, сертификаты, главный приз 100 тысяч гривен. И во, вот такие. В общем, эхо японский. Ну что, поснимаем их, Коль, да? Да, да, сейчас я их выгружу. Распакую, быстренько соберем. В общем, друзья, будут обзоры у нас, наверное, японских эхо. Это реально топовские продажи по ним. Ну, переместили со склада в офис. А, это было, да, у нас? Да, снимали такие обзорчики. В общем, друзья, как они все летают, а? Красавчики. Так, ну еще хочется зайти в нашу... Интересно, у нас, кстати, бухгалтерия очень не любит сниматься. Можно вас заснять? Это вот наша бухгалтерия. Не-не, это для нашего корпоративного. Все спрашивают. Так. Какие сейчас у нас продажи? Большое длинное видео. Ну, девочки все в работе. Не буду им отвлекать, ушли. Считают, что мы несерьезным делом занимаемся, снимая видео.